Родиться где-нибудь в середине болота. Озеро болото. Сейчас стартует Т1. Не забудьте, дети ждут через 10 минут по сигналу. Поэтому сейчас бегут только Т1. Всех интересует, где карты, да? Компас все взяли? Азимут 45. Азимут 45 градусов. 500 метров. А куда считать? 500. Т1 и Т2 разные, но вся дистанция Т2 включена в Т1. Послушайте, сейчас стартует Т1. И карты там только Т1. Потом будет смена карт, и карт заменят, и побегут дети. У них будет карты только Т2. На всякий случай проверяйте, когда берете карту, что на ней написана крупная цифра вашей дистанции. Карты на всех, кто последний ему не достается. Ну, по идее, должно быть на всех. Короче, взять как можно больше карты, да? Просто разбегайте больше карты. Поэтому не задерживайтесь, у всех контрольное время 1 час. Короче, надо финишировать. Ну что, Свет, сразу карты получаешь, финишируешь, все. Да, красный байк и лидер. Секунду. Давай отчет, Серега. 35. Ты поэтому стартуешь? Да. А карты в ограниченном количестве. Давай, Пашка, беги их. Давай, Пашка, беги. А карты так, где? Все, бери, бери. Меньше разговариваем. Километры. Так. Красиво, да. Наш брат. Брат, да. Как тебе? Так, все. Задумались, все задумались. Сразу. Давай город берем. Какой? А где мы? Это где? А тут просто будет ровно такой, да? Да. Все, дядя Вить прибежал. Все, о, давайте. Так. Толпу не создавайте, сразу разбежали все в разные стороны. Что думать, пилить надо? Да, правда. Что? Потом, потом разберетесь. Что-то рисовать еще что-то. Да ничего так. Я буду просто рисовать. Сколько успеете, сколько успеете. Это интересно, да. А, ну Т2 район просто поменьше, наверное, да? И точек меньше значительно. А-а. Может, ты один надо. Еще вопросы. Все детишки бегут по этой аллее точно так же, как взрослые, до самого конца. Там будет, ну, пересечение с другой аллеей, такой же огромной. Это 500 метров. Там на дереве будут развешаны карты. Просто берете любую.
Понятно, такой развешенный, да? Да, они будут развешены на дереве. Ну, невысоко, не лазить не надо. Жаль. Слава Богу. А вопрос? Запомните, что через час вы должны все вернуться сюда. А что по времени останавливается? Время останавливается на станции «Финиш», которая будет расположена вот рядом с машиной, только с этой стороны, вот здесь в углу. После отметки «Финиш» вы запомните просто суть соревнования. Не только взять все КП, а именно вернуться в течение часа. В этом суть, потому что каждая минута опоздания вычитает одно КП. Карту берите, карту, вот карты, карты, карты берите. Берите карту, вот карты, карты, карты берите. Т1, зачем? Тебе Т2. Тут только Т2. Что тебе Т1-то? А где Т1? А зачем тебе Т1?